конечно, мы не могли обойти вниманием такой важный регион производства вина в Италии, как Тоскана. И сейчас мы на стенде маленькой винодельни. Хавьер, расскажите о ваших винах и вашей компании. Мы семейная винодельня с юга Тосканы, город Морено, расположенный очень близко к морю. Мы работаем с 5 французскими сортами винограда, и у нас получаются самобытные вина с изысканным вкусом. Сегодня мы представляем 2 вина. Тием Розе – это бленд Мерло и Каберне Фран. Очень деликатное и элегантное вино. И Кабурния – бленд 3 сортов. Каберне Савиньон, Мерло и Аликанте Буше. Итак, начинаем с Розе. Розе очень тонкое, нежное вино из 2 урожаев с разницей в 2 недели. Мы аккуратно укладываем его в пресс и используем сок только от первого стекания. Это совершенство, такое элегантное. Это исключительное вино для заката у моря. Точно. Мы находимся близко к морю, используем 2 сорта винограда и, конечно, нуждаемся в летних винах, а море вдохновляет нас. Мы не добавляем в вино сахар. Наша цель – делать качественное вино без сахара.